У детского сада на улице Мотызалки скоро появится новая дорога. Это дошкольное учреждение начало работать в апреле, но родители жаловались, что добраться до него крайне проблематично. Сегодня ход строительства проверил губернатор края. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Когда закончится? До 1 июля. О необходимости сделать здесь новую дорогу Олеся Ускова рассказала губернатору в прямом эфире на одном из телеканалов Красноярска. Новый садик открыли здесь недавно, но добираться туда с сыном каждый день для женщины стало большой проблемой. Мы получили с ребенком распределение в детский садик номер 26, находящийся на улице Мотызалки. Вот. И столкнулись с препятствием путь проделать дороги. Когда проделаем путь к садику, дождливую погоду это просто невозможно было сделать. Без резиновых сапог действительно очень тяжело было пройти. Снег таял, вот, полностью глина, земля, глина, не пройти. Сейчас здесь активно ведутся работы. Губернатор поручил держать высокий темп. Срыв сроков недопустим. Подрядчик обещает сделать ливневую канализацию, провести освещение, оформить ограждения, дорожные знаки и разметку. Что еще важно для местных жителей, на этом участке сделают несколько остановок. И здесь поедет общественный транспорт. Основная часть этого объекта – бывшая автостоянка. Чтобы очистить территорию, сначала пришлось вывести мусор. Местами были организованы несанкционированные свалки. Соответственно, мы это все расчистили и с нуля начали строить дорогу. Строим тротуары, подготавливаем посадочные места для посадки зеленых насаждений. Здесь у нас предусмотрены крупномеры «Живая изгородь». Также сейчас это переустройство сети канализации к новому дому. 26-й детский сад сейчас посещают 87 детей. Еще 50 готовятся к ним присоединиться. Они проходят медицинскую комиссию. Всего же дошкольное учреждение готово принять почти 200 ребятишек. Сегодня строительство дороги, по которой они смогут ходить в садик, проверил Александр Ус. Увиденным губернатор края остался доволен. Захар нам, как добросовестный подрядчик, пообещал, что через месяц все здесь будет нормально. Но справедливости ради надо сказать, что работают они достаточно четко, коль скоро фактически не было технологических возможностей для того, чтобы синхронизировать и сдачу садика, ну и, соответственно, подготовку качественной дороги. Думаю, что все будет хорошо. Этот детский сад – один из пяти, что построены и сданы в 2021. В этом году планируют открыть в краевой столице еще пять. Наталья Архипова и Валерий Чащин. 7 канал.